Всем привет, дорогие друзья, с вами Швиль. Я не знаю, мы играем в какой-то крафт, наверное. В хранилище отображает несколько предметов. Есть у вас наличие. Дерево скоро понадобится в качестве ресурса или других предметов. Но пока вам нужны средства в дальнейшем вложении. Нажмите продать все, чтобы продать дерево. Хранилище. Продать все. Вот так. А теперь у вас достаточно средств, чтобы увеличить объем производства дерева. Вы будете зарабатывать всего 1 доллар за проданную единицу, но вам понадобится довольно много данного материала в качестве ресурса. Нажмите «Улучшить», чтобы вложить средства в производство. Улучшить. Пришло время для очередного строительства. Вам нужен объект по производству дубин. Для производства цикла требуется 4 единицы. Увеличить производство дерева до 4. Опа-на! минус 20 секунд, но это 4 дерева будет. Так, объект по производству дубин добавляет в зону мастерских. Стрелки, показывающие зависимость между ресурсами предмет Стрелки, показывающие зависимость между ресурсами и предметами. Красные стрелки говорят о недостатке ресурс, что замедляет... немедленно остановит производство. Вы можете перемещать производственные объекты, чтобы оптимизировать план мастерских. Перемещать производственный объект. Оп. Ну ладно. Стрелы. Тоже и туда, и сюда, короче, дается, да? То есть мне нужно вот это вот много улучшить, чтобы по 3 древесины, по 20 давай. Сразу, поскольку по 28 сразу древесины, чтобы у нас и туда, и туда, и сюда. Сюда производство было, сюда. Понятно? Так, улучшается, строится больше производственных объектов, чтобы заработать 10 тысяч долларов. Это позволит вам повышать свой уровень, что удвоит ваш доход и... предоставит доступ к новым исследованиям. Окей, хорошо, давай посмотрим. Мы по 20 с лишним, да, получается. Так, а чтобы продать здесь, продать все. Опа, все, продали. А здесь нужны лук и стрелы, да? Здесь 14, сколько у нас получается? Давай посмотрим. Не, нам надо вот это продать больше, мне кажется. Сколько сейчас? Давай продать. Пока пускай они идут, а мы продали древесину. 1500. Теперь от этого нужно вот эту, да? И здесь улучшить надо, чтобы хотя бы по 9. А здесь улучшить, чтобы хотя бы по... Давай по полтиннику, что ли, приносило нам. Чтоб давало, успел. У нас хранение. Сколько у нас хранения вообще? А вообще сколько? Ресурс. Опа-на. Ежедневный лонг, кликер, бонус, набор навык, исследование. Нет. Так, окей, я понял тебя. Но, чтобы заработать 10 тысяч. Окей, давай за 10 тысяч мы заработаем. Так, сколько надо? Здесь сколько вообще? Здесь улучшить. Вообще это можно вот так вот по 3 сделать. Я даже не помню, что 1000, а 1200 даже продали, нифига себе. Продали, 21 всего, сколько, я думаю, нифига себе. Здесь 400 с лишним, то есть получается. А здесь сколько? 25 по 500. Вот, все, продали. Заработанная слава, очки, новый уровень, x2, возможно, позже. Когда вы перемещаетесь в другой город, вы теряете свои деньги в производственный объект. Но, когда вы переходите на другой уровень, ваш доход как минимум удваивается. Вы можете получать постоянную награду, отображаешь ниже. Заработать 10 тысяч, чтобы получить дополнительную награду. Кстати, улучшить. По 5 давайте. То есть производство, если остановится, если... Здесь сколько у меня получается? 110, нормально. Здесь 1000 с лишним, нифига себе, сколько у меня? 2 доллара. Не, значит, получается, мне надо улучшить здесь. Все, зашибись было. Здесь тоже улучшить. Смотри-ка. 45 тысяч, смотри-ка.
Здесь 20. Ну пускай здесь будет по 3. А здесь вот продать все 45 тысяч. Так, продадим. Вот. 45 тысяч, здесь 49. Значит, мне надо улучшить здесь тоже. Здесь улучшить на сколько? На 57 здесь будет. А здесь пускай будет по 16. Так, у меня получается будет хватать производства. Ну, так-то у меня как раз только и хватает. Не, надо побольше даже, смотри. Улучшить. Хотя бы до полтинника. Вот. Так, у меня остановилось. А чем мне не хватает? Мне не хватает 80. Нифига себе, это надо это улучшать. Тогда получается продать. Здесь получается улучшить. Сколько здесь? По сотке. Вот, а здесь? Здесь вообще не хватает. Значит, получается вот так вот по 140. Хотя бы. Ух ты. Уходит, смотри, сколько. Соточка. Все. Продать. Так, продолжить. А теперь вы готовы перейти на уровень дайт. Позволит разблокировать исследование, что позволит создать более совершенно. Нажмите на кнопку цифра 1 в левом верхнем углу, чтобы переместиться в следующий город. Это последняя часть введения. В каком верхнем левом углу? Чуть наград. А, получил. Так, в верхнем левом углу. И мы начинаем все снова. И у нас получается сыроватная, другая кожа, короче. Так, получается. Ой, продать все. Улучшить, улучшить. Вот, посмотрим. У нас улучшилось. 10 за раз. Вообще надо сейчас 20 за раз сделать. Продать сейчас 20 за раз, чтобы она приносила. Вот. 100 с лишним продать, наверное, да? Вот. Красавчику делался. Здесь спамс, спамс. Все, мы здесь опять все сделали. Так, здесь у нас получается улучшить, улучшить, улучшить. Здесь. Так, быстрее, 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 быстрее. Так, у нас получается, ага. И продать. 10 тысяч. Здесь у нас хватает, что ли? Он хватает нас пока. Здесь получается улучшим, 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 поскольку по 45 здесь, а здесь сколько требует? Здесь как раз вот надо, чтобы было продать, чтобы было, да, что-то продать. Так, продать. Здесь чтобы было полтинник надо, а здесь сколько? 45, значит получается мы полтинник. Ой, блядь, продать все. Так, а здесь у нас уже не хватает, наверное, кажется, надо. 50. Вот и все. Так, улучшили навык. Вообще не знаю. Пускай он там остается. Продать 100. Продать. Давай-ка посмотрим. Продать. Блин, так, кстати. Можно... Просто сжать, так, тись. Ага, уже видишь, не хватает. Продать 300. Ух, 500 000 у меня уже. Ага, улучшить, улучшить. Здесь тоже, да, улучшить. Так, здесь по 10 сейчас, побыстрее. Ага, заканчивается быстрее. А посмотрим. Продать! 1700. Династия. Династия это у нас показывает достижения какие. У нас через 38 секунд, да, получается, нанять. Только нанятые ученые, они что делают? Ага, не знаю. А, дойти до уровня. Блокировать. Чем? Нанятые ученые-то. О, 10 тысяч. А, вон они. Они быстрее следуют. Так, у нас получается вообще, сколько это? Ух ты, 50 тысяч. А, да, кожа вот эта у нас получается. Рожа, кожа.
Так, здесь у нас, давай-ка вот это продать, X5 будем. А здесь у нас сколько надо? Вот. Хлопок 250. О. Хлопок делает сюда. О, сколько надо хлопка? 4. А производство у меня 15. Значит, продаем вот эту. Так, сколько тут допился полтинник, да? Нужно еще улучшить. Сколько у нас хлопка-то? О, 15-20. Нормально. Так, надо сначала здесь еще улучшить. О, продать на 450. Ух ты, здесь вообще там. Вот. Перезапустить в другом городе. Награда опять 52 улучшения. Ладно, ребят, так и будет здесь такая династия идти. Если вам понравилась данная игрушка, я оставлю ссылочку в описании. С вами был Шевиля. До новых встреч. Пока.